Вот это, ребята, вид. Офигеть, я первый раз такое вижу. Смотрите, вот туда сейчас по дороге съезжать. Вот в это белое. И он идет, идет, идет. Это все так над Доном. Блин, тишина там такая. Вот так и снимаю. Вот для чего багажник взял. Помчали дальше. Такие вот тут дорожки. Дорога прям вообще убитая. Всем привет. Ребят, выбрал себе место. Успел я себе его занять. Смотрите, какая погодка шикарная вообще. Туманчик. Буду закидывать 3 закидушки и удочку. Вообще цель на удочку у нас больше сегодня наловить. Ну, вроде как клюет сазанчик, закину что-нибудь на сазанчика и попробую на щуку. Малька сейчас поймаю, закину на щуку, вроде тут до этого ловили. Ну и пускай доночки на щуку стоят. Смотрим, что получится. Сейчас закидываем первую удочку. Ух ты, гля какая. Вот она, бандюрелечка. Сам бы клевал. По одной кукурузинке недостаточно. Так, глубина тут примерно метр будет. Полтора где-то вот так. По прикормке, ребят, вот такой вот каждый мешает и ванили. Немного осталось, на запах скопили, сейчас уберем прикормим. Вот такую вот полную пачку купаем. Кто-то есть. Большая, ребят. Ну, приятно. Приятненько. Такую на посолку. Будет приятно. Гля, уже кто-то ее подрал. Чуть-чуть поменьше мы поймаем. Вот такую поставим на живца. На щуку. Будем закидывать, ребят. Такие вот кормушечки. Ну, это сейчас поначалу живца поймаю. Нормально. Потом уже будем что-нибудь другое ловить. Поставим на щуку спиннинги. Так, корм суховатый уже. В принципе, нормально, зато вымывать будет хорошо. И тут сделаем бутерброд. Червь опарыша. Все-таки охота леща поймать. Червячок домашний. Вот этот, по-моему, уже остыл. Так, впереди сетка стоит, далеко кидать не буду. Но баклажка вон прям рядом. Одна, вторая. Опа, глубины нету, так что там такое с ручкой? Эх ты, сошел.
Вот это возьму, ребят. Приехал сегодня больше вот на удочку, вот такую вот плотвичку половить. Карась надоел. А вы оцениваете видео и поглядим. Может, будем чаще сюда ездить. Такая вот засолочная. Вот как мы рыбалим постоянно. Смотрите, сколько лодок. Погода шикарная, в тумане их еле видать. Передо мной тут, не знаю, будет вам видно белую баклажку. Сетка стоит, далеко не кидая из-за этого. Тут оттуда она пошла и идет во весь берег. Маленькая. Засолочку пойдет. В принципе. Чуть пригрело, тело поактивнее. О, хорошая. Смотрите, какая красотка. Побитая, правда. Такая вот. Кукуруза. Угу. Не, бель-то она ловится на ней. Понятно. На парика мелкая совсем клюет. Я думал, уже на червяка, что? Червя объедает прям сразу, не успеваешь. И мелкой дофига. Вот на кукурузку. Не сносит ничего. Да сносит потихоньку, он плывет сам по себе. Она бах взяла. Тут недалеко берет вообще. Ну вот сейчас он поймал. Ну, она сразу начинает. На взмыть поймал. Карасика или что? Ну вот такого. Вот она и мелочи дофига, блин. Успел, если крупную, поймать. Нормально. Главное, что клюет. Очень. Ну да. Сидит и без клюва тоже. Не, она такая на засолку, что пойдет. А? Вот такая на засолку пойдет. Вот это мелкая, правда, но там более-менее жирненькая сейчас.
Прям как сазана, как будто отпустил. Оставил, ребята, вот так ниву возле берега. Новые законы просто убивают. Видели фотку в ютюбе. Стукнули, ну тут я уж чуть подлечил. Выправил, ну и то остались мятины. Узнавал, вот, короче, где-то 3500-3000 будет стоить, чтобы вот это заделать, просто царапину, грубо говоря. Так-то протер тут. Надо будет зашлифовать, да и все, в принципе, пойдет. Вот так ставлю теперь машину, и пошли они в одно место, потому что второй раз уже мне машину бьют, оставляешь ее за 200 километров, начинает ее или бензин сольют, или разобьют, или колеса снимут, еще что-нибудь. Да вот нафиг это надо, правильно? Делают, что хотят, лишь бы, не знаю, нам труднее было, сети он как пробивает, так и бьют, блин, хотя бы каким квоты были бы, просто весь усыпан. Мужики вон с лодки сейчас плавали, та сторона вся засыпана, это тоже засыпано. Кидаю вблизи. То есть это получается какое-то неравноправие. Кто сети ставит, значит им можно тут ставить. А нам? Поняли, что нам. Пишите свое мнение об этом. Щук, что ли? Ну да, щука. Оп, хребет поломал, закинул. Не пойму, ребят. Что-то хорошее. Блин, там поводок вообще слабый. Крючок слабый. Офигеть. Не возьму, ребят. Сачок не разложил. Подсак, то есть. Да, есть. Сказал, что не возьму. Что-то хорошее было, ребят. Сейчас чуть перевяжем. Прям что-то такое. Добрячее было. Сейчас, ребят, делаю оснастку. Вот такие вот крючки буду вешать. Размерчик кому будет интересен. Сейчас леску чуть крупнее поставлю. Тоже закину также на кукурузу. Соску я убрал. Может хоть лещишка будет или забанчик. Вот такой вот крючочек. Небольшой сейчас нужен. Ух, какая. Вот это, ребят, уже такая зачетненькая. Ну, тихо, тихо, тихо. Оба. Вот, ребят, спрашивали вот этот поплывок полиулетан. Почему я его ловлю, то, что он крепкий. Ну, смотрите, даже ложу не на ровную, да? Видите? Даже краска, смотрите, не облезла. Ну, не так сильно я бил, конечно. Можно на дурака любой поплывок сломать. Вот, смотрите, треснул. Ну, давайте до конца. Ну, видите, конечно, любой можно поломать. Ну, если взять, например, другой поплывок. Ой, сейчас я вам покажу. Вот этот у него отламывается постоянно, вот эта штука, он плохо держится, и вот этот трескается. Видите, он мягкий. Бывает, что придаешь его чем-то, и все. Он потом вот такой вот становится мятый. Вот в чем и плюс, я вам говорю. Пришлось разбить свой поплавочек. Ну ничего. Вот это намного, видите, даже пальцем не продаешь. О. На остальное вообще ничего не будет.
первый, представляете. Ни одного сегодня не поймал, вот он первый. Ну, крупный. А вы что, карася берете? Ты знаешь, там у него один есть карась, хрен его знает, берут. Ну нужен, возьмите. Ну давай, я сейчас забери у меня плотно. У меня там все карась один крупный есть. Ну это тоже не мелкий. Сюда же его. А давай я его отнесу туда. Хороший карась. Да, на кукурузу. На кукурузу, видишь. Ага. Червь опарыш вообще молчит. Объедает и все, и не видать. Офигеть. Нифига себе. Смотрите, в каждом с какой. Офигеть, блин. Две штуки. Вот это красава. Ничего, засолочка, наверное, будет сегодня. Вот это прям хорошенькая плотвичка. Раньше я у себя такую ловили, но сетей у нас больше, чем тут стоит. Ну, тихо-тихо, не убрызгайся. Вот они, блин. Смотрите, ребят, какая красава. Красавчики. Красноперочка. Хорошо, когда планируешь поехать на бели, ты ее ловишь. Сегодня один карась, я в панике. Сейчас еще десятка полтора муж поймаю, да, будем собираться. В принципе, мне хватит. Вы пишите свои комментарии, будем ли мы сюда ездить на эти красивые места или не будем. Все зависит только от вас. Слегка дюбает. Сейчас попробуем подсечь. О, придавил. О, есть. Как так? Как такое бывает? Я думаю, что там постоянно цеплялось. Оно вот что. Деревяшечка лежала. Это жор начинается у ней. Вот это, конечно, не пойдет. А вот это вполне пойдет. Оба. И не видно, ребят, поплавок, как топит. По-тихому берет она.
вот, ребят, не знаю, кило, наверное, 2 наловил. Поживорил где-то часа 4. Что-то кто берет, кто не берет, непонятно. Засовочка есть. Мелкого отпускал, чтобы брал бы, если, наверное, еще бы кило бы мелкое было. Мне достаточно. Карася всего отдавал. Ну все, закончил я рыбалочку. Смотрите, какой вид отсюда открывается, шикарный. Дорога тут, конечно, не очень, видите, такая вот клеямленная, туда вниз-вниз прям резкая такая балка идет. Там вот у нас уже калач, видать, за поворотом. Вот такие вот красоты Дона. Кому понравилось, ребят, видео, ставим лайки, подписываемся. Сейчас еще много пишут, почему не приходит оповещение снизу. Под видео будет такой колокольчик, его нажмите, и вам будет приходить оповещение. То есть только ролик вышел, новый, бах, вам пришло оповещение, и смотрим, наслаждаемся. Все, всем пока. Офигеть, смотрите, вот самую здоровую. Вы где есть? На. Офигеть, худой, на. На. Вообще прям одно туловище. На, бери. На тебе тоже. Иди бери. Офигеть, бля, как есть охота. На, что ты у него забираешь? С машины уходите, я сейчас поеду. На. Да что ты? Я бегать не буду. Сяду и поеду. Бля. На. Найдут, думаю.